Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня мы получили посылочку от нашего подписчика из Тулы. Значит, это Suzuki Vitara 96 года. Потеряли ключ, и иммобилайзер активен. Он нам прислал... Давайте посмотрим. Так... Он прислал нам блок управления, катушку, считывающую иммобилайзера, сам иммобилайзер. Так, блок Hitachi. Двигатель 2 литра, 6 цилиндров. Сейчас будем подключать иммобилайзер. С помощью танго писать ключ. Отсюда отпаяем микросхему X2401. Прочитаем ее, закинем в программатор танго и напишем ключ. Ключи здесь идут ID4C. Так, давайте потихоньку разбирать все и подключать. Итак, давайте откроем наш иммобилайзер. Надо здесь отогнуть вот эти вот защелочки. Аккуратненько мы их отгибаем. И снимаем сам иммобилайзер. Вот он у нас в руках. Вот стоит микросхема X2401. Вот именно ее мы и будем выпаивать и читать в программаторе. Заметьте, что эта микросхема непростая. Это микросхема марки XIGPOR. Читается она не всеми программаторами. Выбирать надо именно ее в программаторе. Давайте подключим наш иммобилайзер на столе и проверим, как ведет себя лампочка ИМА. Значит, здесь контакты считаются следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот отсюда считается. Вот так вот. Так, значит, у нас первые две... Это питание 1 и 2. 1 это с замка зажигания 15 контакт, а вторая ножка номер 2 это с главного реле. Так, подсоединяем. Дальше у нас идет 8-9 масса. Так, теперь лампочка 10, лампочка иммобилайзера. Включаем сюда. Так, и осталось нам подключить антенну. Антенна это 3-4 контакт. Вот 3. И вот 4. Вот так вот у нас подключен иммобилайзер. Соответственно, вот эти вот два усика мы берем на антенну. Вот антенна и вот наши два усика. Вставляем сюда. Вот так вот. Все у нас подключено. Давайте сейчас подадим питание. Так, вот у нас лампочка иммобилайзера. Вот она будет здесь, чтобы ее было видно. Итак, давайте подадим питание. Сейчас нет у нас чипа здесь. И посмотрим, как себя ведет лампочка иммобилайзера. Включаем. Вот она мигнула один раз и загорелась. Все, теперь она просто горит. И начинает мигать. Вот отмаргивает код. Чипа, напомню, нет. Так, давайте напишем сейчас чип. И уже включим на столе еще раз и посмотрим, что у нас получится. Но
прежде чем это сделать, давайте посмотрим накачку. Есть ли накачка у нас? Возьмем вот такой вот индикатор и подставим просто к кольцу и включим зажигание. Посмотрим, что происходит. Мы видим, что накачка у нас появляется. Вот. Ключик она ищет. Ключа у нас нет. Ну и, соответственно, мигает лампа. Давайте будем писать чип. Чип у нас залит не лаком, а таким компаундом. Он такой немножечко как резина, я бы сказал. Мы сейчас очистим, чтобы микросхему можно было спокойно выпаивать. Так, первая ножка микросхемы здесь обозначена. Вот она у нас. Здесь стоит метка. Давайте нанесем немножечко флюса для лучшего отпаивания. И включаем наш фен, отпаиваем эту микросхему. Все, микросхема у нас в руках. Теперь чистим ножки и в программатор. Для программирования такой микросхемы мы берем Автопрок SE. Он очень хорошо работал с данными микросхемами. Вставляем сюда переходник. Дальше питание подаем ему. Включаем. USB. И включаем программатор. Вот программатор наш включен. Давайте положим микросхему. Значит, первая нога у нас обозначена вот здесь, с этой стороны. Первой ногой мы сюда ее и кладем. Придерживаем и пружиним контакт. Итак, открываем наш автопрок SE. Выбираем микросхему 24C01. И вот как раз наш родной XiCore. Смотрим, какая у нас А или просто. У нас просто без всякого А. Значит, вот выбираем эту микросхему. Выбрали микросхему. Новый файл. Окей. И давайте прочитаем. Вот данные, которые прочитал программатор с микросхемы X24C01. Давайте сохраним это все. Напишем Vitara IMO. И сохраним на рабочий стол. Все, программатор нам пока не нужен. И мы его убираем. Теперь мы берем программатор Tango. Оригинал, естественно. Подключаем его к компьютеру. Так. И открывая программатор, выбираем Азия. Модель у нас Suzuki. Suzuki Vitara. 96 год. Как раз 24C01. Открываем наш файл. И вот он нам показывает, какие ключи здесь прописаны. То есть есть мастер-ключ, кей номер 2. Первый ключ прописан. Значит, мы можем писать на 4C родной, CN1, CN2, LKP02 и так далее, и так далее. Много вариантов, на которые мы можем написать 4C. Давайте посмотрим, откроем, что у нас здесь есть. В наличии есть разные, но лучше всего писать
чтобы понадежнее, это ЛКП-02. Танго на них записывает очень хорошо все это дело. Давайте выберем ЛКП-02. Так, сначала прочитаем, что это у нас за транспондеры здесь. Вот он показывает ЛКП-02 40 бит. Второй. То же самое. ЛКП-02 40 бит. И давайте откроем опять же Suzuki, Vitara. И подсунем дамп ему. Нам надо написать первый ключ. Давайте пишем первый ключ. Берем ЛКП-02. Выбираем и пишем. Вот он записал первый нам ключ. Так, и второй ключ. И теперь давайте запишем вторым номером уже. Так, открываем файл. Выбираем вторую позицию. ЛКП-02. Окей. Все, он нам записал два ключа ЛКП-02. Что нам нужно сделать теперь? Нам нужно открыть файл и посмотреть, лежат ли наши ключи в дампе. Первый ключ. Есть, он показывает. И второй ключ. Второй ключ тоже на месте. Теперь давайте мы подключим иммобилайзер, дадим ему понюхать семечку и посмотрим, как себя будет вести лампочка ИМО. Так, давайте немножечко разгладим, так сказать, наше место для пайки. Чтобы ножки ровно припаялись. Так, теперь берем микросхему. Ориентируем ее. Первая у нас нога здесь. А здесь у нас первая нога там, где фаска. Вот у нас снята фазочка. Значит, микросхема ставится вот в такой позиции. И, собственно говоря, ее запаиваем. Наша микросхема запаяна. Управляем. Все, она на месте. Давайте теперь включим иммобилайзер и посмотрим, что у нас происходит с лампой ИМО. Итак, теперь еще раз смотрим, как ведет себя лампа ИМО. Вот мы включаем зажигание, лампа мигает, потом горит и потом опять мигает. То есть сначала мигает, потом загорается и опять мигает. Это она выдает мигающие коды, коды ошибок. Сейчас сюда ЭБУ не подключен, поэтому она будет мигать, что нет синхронизации с ЭБУ. Но нам важно, чтобы при чтении чипа эта лампа не стала сразу мигать, а сразу загорелась, и потом уже будет промаргивать ошибки, те, которые находятся в иммобилайзере, в качестве синхронизации. Так, давайте прислоним наш чип к катушке. Вот так вот. И включим зажигание. Обращаем внимание на лампу. Без чипа она начинает мигать. С чипом она должна сразу же загореться, без мигания. Все, чип прочитан. Лампа загорелась, погасла, ну и отмаргивает ошибки, естественно, по синхронизации. Давайте попробуем второй чип. Второй чип. Лампа также загорелась, без мигания, погасла и затем выдает ошибки по синхронизации. То есть работу мы выполнили. Выполнили успешно. Написали два чипа.
Всем всего самого наилучшего. Хороших клиентов, много интересной работы, а самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Наш иммобилайзер вместе с блоком и с чипами уезжает нашему подписчику в Тулу.